сегодня российские события, за изобретение открытия, за патентное исследование. Дерут налоги и пошлину как требования. Если сегодня изобретаешь, то плати, жду. Через институт патентоведения узду на патент или промышленный образец. Заплатишь, ну вот и молодец. Заплати из своего кармана, ученый, за старания и такой увлеченный. Вот такие вот дела, дурдом. Нет денег, тогда извини, пардон. Что делать? Изобретать и забить тряпочку. Ишь, какой изобретатель нашелся. Сегодня российские события. За изобретение открытия, за патентное исследование дерут налоги, пошлину как требование. Нет денег, тогда звони, пардон. Что делать? Изобретать и забить тропочку. Ищ, какой изобретатель нашелся. Ищ,